Иона, слышишь? Черт. Черт. Клара, ты цела? Иона, я здесь. Только застряла. Мне ногу придавило. Подожди, я за помощью. Стой, я у Тринити на хвосте. Не хочу привлекать внимание. Иду к тебе. Я недолго. Иона, я выбралась. Осторожно, по дороге полно ловушек. Тринити здесь не закончили. Они что-то защищают. Прошло полтора месяца, а мы все еще не знаем, кто стоит за местным отрядом Тринити. Но я поговорил с жителями города, и они все ждут какую-то очень важную персону на День мертвых. Его зовут Домингес, надо этим заняться. Thank you.
Иона, я на месте. Иду внутрь. Уже рядом. Прости, что я тебя не дождалась. Лара! Ого! Ты только посмотри. Не зря сидели, гадали. Ясно, что нужно Тринити. Да, они старались нас сюда не пустить. Спасибо за метку твоего отца. Я видел то место, где произошел обвал. Давай, я смотрю твою рану. Нет, я в порядке. Что это такое? Созвездие. Это надпись. Это какая-то загадка. Розовая рыба. Розовая рыба? Гора с серебряной верхушкой. Тут есть дата, но... Что-то странное. Она, кажется, повреждена. Может, умышленно. С какой стати Тринити это делать? Проще все уничтожить. Это сделали задолго до них. Но зачем ее испортили? Лара? Нужно бежать отсюда! Лара! Нет, я должна снять! Бежим! Ну же! Ну же! Не вытащи ты меня, я бы до сих пор внутри фоткала. Внутри, это точно. Но вряд ли бы что-то делал. Иона. Эй, хочешь освежиться? Встретимся у кафе. Доктор Домингес вечером там будет. Годится. Подумаю над загадкой, как с ней связана эта дата. Ясно. Розовая рыба, серебряные верхушки гор. Хорошо. Кстати, в этом кафе, по идее, очень вкусно кормят. Я знаю повара. Я не голодна. Что после всего этого я умираю с голоду? Кита бы съел. Что выяснил про Домингеса? Немного. Он руководит рядом раскопок в округе. Отец упоминал о нем в дневнике не один раз. Спец по руинам доколониальной эпохи. Здесь его обожают. Он помогает городу. Как нога. Иона, смотри. Загадка. Это указание. Чтобы найти спрятанный город, иди на юг вдоль побережья, пока не найдешь розовую рыбу. А это я разгадал. Розовые дельфины водятся в Амазонии. Дальше так. Затем иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой. Посмотри. Это созвездие Гидры, змей. Это звезда сердца. Она заходит на юго-западе. То есть к юго-западу от Амазонки. В Бразилии? Перу. Перу. Ладно, это та дата из руин. Видишь? Присмотрись, она повреждена. Это число похоже на 13, но что если это на самом деле 8? А из-за прецессии... Что? Прецессия. Земля наклоняется, и со временем звезды меняют положение на горизонте. Это важно, если ориентируешься по ним. Ладно. Так, в календаре майя это разница в 2000 лет.
В ту пору сердце змея заходило строго на западе. Вот почему он в Перу, а не в Бразилии. Они вели поиски не в том месте. Вот именно. Гору с серебряной верхушкой нужно искать в Перу. Это не все. Тут еще что-то про ключ. Что Тринити надеется найти в тайном городе? Доктор, мы кое-что нашли. Да? Показывай. Ты тоже слышала? Проследим за ним. Стой, погоди. Здесь люди Тринити. Нельзя выделяться. Их бойцы вооружены. К ним прибыло подкрепление. Постараюсь им не попадаться. Не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз. Нас видели на том объекте. Тоже мне выходной. Где Домингес? Он точно здесь. Ходит тут где-нибудь. Да. Посмотримся. Кто-нибудь что-то да знает. Здорово, сэр. Как дела? Представляешь, его поймали, когда он пил Афрендас. Боже ты мой, я в детстве тоже любила пошалить. Зачем наказывать? Текила его без нас накажет. Он выпил достаточно. Не видно его? Может, зажечь один для мамы. В толпе мне неуютно. Предпочла бы общество штормовых стражей? Нет уж, лучше так. Иона, он у ворот. Я его вижу. За мной нет хвоста. Вроде тут можно перелезть через стену. Этих беру на себя. Здорово, ребят! Как жизнь? Хорошо. Тебе сюда нельзя. Мне сказали, у вас тут типа безумная фиеста. Тёлки с черепами на лицах, все такое. Вы что-нибудь про это знаете? Это не для туристов. А, меня Мария пригласила. Вы ее знаете? Она моя кузина. Моя Абуэла, мир ее праху, родом отсюда. Я хотел это, сделать подношение или... Что вы там такое делаете с идеалами? Ладно. Знаете что? Вы, ребята, занятые. Не буду отнимать у вас время. Поеду дальше. Спасибо вам за службу. Что нас оберегаете? Пока. Иона, я внутри. Хорошо. Раньше этих охранников там не было. Домингес что-то заподозрил.